15 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком грудей та Європейський день здоров'я грудей. Саме про це будемо сьогодні говорити у нашій студії і дізнаємося, якою ж повинна бути профілактика. А допоможе нам розібратися з цим питанням Марина Іщенко. Експертка незалежної лабораторії, лікарка, акушерка, гінекологиня вищої категорії, гінекологиня, ендокринологиня і мамологиня. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Пані Марино, добрий день. Добрий день. Що можна сказати сьогодні з приводу цієї хвороби, захворюваності жінок взагалі? Октябрь приходить в тишині. Не стільки в город, скільки в дом. Я в домі чувствую своєм, як осінь тянеться ко мені. Она дождем лицо не бьет, лишь холодком потянет в щели, и листья, что вчера шумели, за вечер ветром оборвет. В этих строчках, с одной стороны, прослеживается какая-то аллегория с нашей темой сегодняшней, потому что как осень врывается в чьи-то, как осень приходит внезапно, точно так же рак молочной железы врывается в чьи-то жизни, в чьи-то судьбы. И как ветер обрывает листья, точно так же рак молочной железы обрывает чьи-то жизни. И сегодня мы обращаем внимание на эту проблему, потому что во всем мире с 1993 года рак молочной железы призван месяцем борьбы с раком молочной железы, с целью повышения осведомленности женщин, с целью борьбы с этим заболеванием, с целью понимания о важности профилактики и ранней диагностики и раннего выявления этого заболевания, правильного лечения, паллиативной помощи и поддержки онкобольных. Пані Марино, а скажіть, будь ласка, як взагалі не допустити цього захворювання, не допустити його розповсюдження, бо насправді жінки, можливо, до якогось віку ще не мають ось такого ризику, так, а в якомусь віці він починає наступати і вже потрібно звертатись до лікаря, проводити обстеження і вже розуміти, що без нього ніяк не обійтись. Главный вопрос, как не допустить это заболевание, тревожит мировые умы. И на сегодняшний день однозначного вопроса на этот вопрос, однозначного ответа на этот вопрос нет. Потому что рак молочной железы – это очень многоликое заболевание. То есть он может проявляться по-разному. Он может быть, поражать различные структуры. Это может быть поражение протоков, долек, кожи, ареалы, соска. Он может проявляться совершенно различными жалобами. Это могут быть выделения из сосков. Это может быть болевые какие-то ощущения, образование в молочной железе. И он, когда женщина, когда мы выявляем это заболевание, это могут быть какие-то объемные образования, это может он выглядеть как аллергия, как дерматологическое заболевание, это может быть втяжение соска, это лимонная корка, это выделение сосков, это втяжение соска. То есть совсем различные проявления этого заболевания с одной стороны. С другой стороны, этот рак имеет различные морфоструктуры, различные морфотипы. Он бывает... Бывают люминальные раки, HER2 по типу раков. Это бывает триплонегативный рак. То есть, в общем, эти раки совершенно различные. И для каждого рака характерны свои особенности, свои закономерности. Можно привести такой пример, что известно, что все роды очень благоприятно сказываются, беременности роды благоприятно сказываются, являются профилактикой рака молочной железы. Но если рассматривать очень так подробно эту тему, то можно выяснить такой вопрос, что рак молочной железы повышает риски рака молочной железы при родах до 25 лет. И это характерно при первых родах до 25 лет. Это характерно для женщин, которые имеют, это характерно для люминального рака, но если есть другие раки, которые, при которых повышается
повышаются риски при этих заболеваниях. Угу. Тобто ризик, в принципі, якщо говорити, ми будемо говорити зараз про ризик захворюваності, так, то ми можемо сказати, що ось є той період і ті фактори, які сприяють тому, що може виникнути проблема, так, а можливо ще за віком. Чи можна сказати, що жінка, наприклад, там після 40 років, там чи після 50 років теж має ризик такої захворюваності? Ну, нужно говорить о раке молочной железы, что вот какой-то профилактики первичной не существует. То есть существует, мы можем действительно действовать именно на факторы риска. А факторы риска, согласно современным представлениям, то есть есть данные за 2017 год, то есть есть общество NCCN, которое дает свою классификацию факторов риска. И здесь выделяют какие факторы. Ну, это прежде всего пол. То есть женщины, естественно, чаще страдают этим заболеванием, чем мужчины. Так? И следующий фактор риска – это возраст. То есть чем, угу. чем старше женщина, тем выше у нее риски развития рака молочной железы. И здесь есть такая закономерность. Например, если возраст женщины где-то 20-29 лет, то риск заболеть раком молочной железы составляет у одной женщины из 2000. Угу. Если же возраст уже, следующее берем десятилетие, от 30 угу. до 39 лет, то здесь риск заболеть раком молочной железы составляет уже у одной из 229. Так, есть, насколько ну, звичайно, он сильно растет. Больше, так, угу. Берем следующее десятилетие, то есть рак повышается от 40 до 49 лет, то есть у одной из 67. А чому так от з віком може бути пов'язано? І вже після 70 років це ризик у одної із 8 жінок. Так? Ну, це дійство мутації, тобто дуже багато різних мутагенних факторів, угу. накоплення йде мутації, старіє імунна система, старіє організм, і вже зовсім по-другому реагують наші клітки, не захищають нас. Ми ще сьогодні і про профілактику трошки поговоримо, дізнаємося, що робити, аби у будь-якому віці, зараз не будемо говорити лише про той вік, коли є ризик, так? А щоб у будь-якому віці мати можливість захистити себе, щоб ніколи ця хвороба не проявилася у нашому житті. Так? З приводу тих топ-5 порад для жінок. Я ще хотіла поговорити, будь ласка, закінчити з ризиками. Угу. Тому що є сімейна історія рака молочної желези в молодому возрасті. Це повищена маммографічна плотність, носительство генів BRCA1, BRCA2, лучова терапія грудної клітки в анамнезі, доброкачественні проліфертивні заболівання молочної желези, длительний неконтролюємий прием менопаузальной гормональной терапии. Длительный это считается более 10 лет. Угу, угу. Ну и другое сообщество, есть такое сообщество ЭСМА, тоже в 2017 году выделяет следующие факторы риска. Это ионизирующая радиация, это генетическая предрасположенность, это атипическая гиперплазия молочной железы по данным биопсии, это диета с избыточным употреблением жиров, избыточная угу. масса тела, ожирение и употребление алкоголя и действие эстрогенов, как экзогенных, то есть которые мы получаємо внутрі, так, угу. так і ендогенних, які метаболізуються в нашому організмі. Ну так, насправді зараз весь такий перелік ризиків зараз прочитали, що мені здається, ну, дуже багато їх насправді. Тобто можна захворіти і від одного, від другого, від третього, від п'ятого. Якщо не від цього, то від того точно. Ну тобто стільки варіантів, як тут не захворіти. Тут головне питання, як себе тепер захистити. Тобто хочеться почути від вас ті поради, ті топ-5 порад для усіх жінок, які допомогли би кожній? Кожен чоловік може допомогти собі, своєму тілу, залишатися максимально здоровим. І для цього важливе правильне питання, фізична активність, слідити за весом, ізбігати ізбиточної маси, ожирення. Ну, так, так. Меньше жирного, мороз, так, ну, якщо виходити точно, з тих да. рекомендацій. Очень важна фізична активність, відказ від курення, алкоголя і нормалізація сна. Следует понимать, что здоровый образ жизни – это не гарантия отсутствия рака. Это пути к снижению риска заболеть раком. Второй совет – то есть не делайте абортов.
рожайте детей, кормите детей грудью, кормить следует по требованию, столько, сколько требует ваш ребенок. Третий совет – это… А скільки кормити зараз, до речі, зараз почали вже переглядати, тобто якщо раніше до року вважалося, рік годує жінка – це добре, то зараз вже може збільшуватись цей термін. От скільки ви, як лікар-мамолог, можете рекомендувати? Ну, на сегодняшний день есть такое положение, что кормить грудью нужно столько, сколько требуется ребенку. То есть это связь психологическая ребенка с матерью, и она очень важна, потому что сейчас очень рано многие женщины прекращают кормление. То есть самое такое важное кормление – это первые 6 месяцев. Угу. Но до года очень важно кормить. И даже после года можно до 2 лет кормить, если это требуется вашего ребенка. Можно и до 3. То есть, угу. То есть если ребенку нужна поддержка психологическая, угу. Если это ему необходимо, то можем продолжать кормление до 3 лет. Но здесь тоже бывают какие-то определенные группы женщин с определенными рисками, и там уже индивидуально решается вопрос, сколько можно кормить грудью. Так, трошки відхилення було. У мене ще таке попутнє запитання до вас. Зараз багато жінок збільшують собі груди, так? І чи ризикують вони у такому випадку? І молоді навіть, в будь-якому віці. Тобто зараз ця мода інстаграмних гарних дівчат, вона вже дуже серйозно впливає на зовнішні стандарти краси і, можливо, тут теж видасте якісь рекомендації. Ну, на сьогоднішній день, ну, наверное, здесь есть у женщин какие-то психологические моменты в этом плане. И если она уже решила себе изменить свою внешность, то есть бывает, когда женщина там, перенесла рак молочной железы, и ей поставили импланты для того, чтобы она имела красивый вид. То есть это одна ситуация. Это необходимость. А бывает, ну, человек, наверное, какие-то психологические моменты, прежде всего, ему хочется усовершенствоваться и делает пластические операции. То есть я как мамолог к этому отношусь. Ну, если хочет женщина, ну пусть она это делает, потому что на сегодняшний день есть такие методики, которые не приводят к повышению рака молочной железы, хотя там, ну, есть такие случаи, определенные раки, которые все-таки могут возникнуть. Ризик может быть, так? Какой-то відсоток ризиков? Ну, там не сильно высокий риск. Там, будем говорить честно, там не сильный риск возникновения онкологической патологии, хотя есть там определенный риск. Так, тобто мы это питання теж з'ясували, бо я думаю, что жінкам цікаво з усіх боків переглянути зараз цю тему. Так, поради від вас ми вже почули. Скажіть, будь ласка, чи може жінка сама виявити у себе проблему? Яким чином це краще зробити? І що ж може їй здатися не таким незвичним на своєму тілі, аби зразу звернутися до лікаря? Ну, я не закончила отвечать на предыдущий вопрос, потому что я дала только 2 парады. Так. То есть мы сказали, что не нужно делать, вернее, 3 парады. И что еще важно? То есть важно вовремя проходить скрининговые исследования для выявления доброкачественных заболеваний молочных желез, так, и для лечения, для своевременной коррекции гормональных расстройств, а также регулярно проходить гинекологические осмотры и вовремя лечить гинекологическую патологию. И еще один такой совет, то есть нужно быть счастливой, несмотря ни на что. Так, это наикращая порада, мабуть. Потому что если у женщины не получается справиться со стрессами, депрессией, нужно обращаться к психологу. В нашей жизни очень мало положительных эмоций, и у нас, если взять в день человек получает до 500 эмоций, то из них 450 отрицательных, и только 50 положительных. Если наши дети смеются до 400 раз в день, то взрослые где-то раз 15 улыбаются в день. Мы очень тяжело переживаем различные стрессы. И если есть какая-то одна отрицательная эмоция, то мы ее переживаем гораздо глубже, гораздо дольше, чем положительные эмоции. И для того, чтобы нивелировать, да, чтобы нивелировать эту отрицательную эмоцию, нам нужно где-то на одну отрицательную эмоцию получить 7 положительных эмоций. Тогда мы восстановим свое равновесие. Так? Поэтому это тоже очень важно. Позитивно мыслить, искать положительные эмоции, быть счастливой. Это
потому что существует психосоматика какая-то, которая тоже может приводить к раку молочной железы. И это тоже очень важный момент. Тобто це вже є, це зафіксовано лікарями, так, такі психосоматичні фактори, отакі теж можуть спровокувати розвиток раку молочної залози. Да. І ви задали вопрос, які основні способи виявлення раку у самостійно. лікарів. Ну, давайте ми і самостійно, і лікарів, так. Угу. Ну, начнем самостійно. То есть, что женщина может сделать? Ну, самым основным таким стандартом обследования, стандартом выявления рака молочной железы у женщин служит маммографическое исследование. То есть маммография позволяет нам определить рак молочной железы на очень-очень ранней стадии. То есть если мы возьмем рак молочной железы, он развивается не очень быстро. Он развивается, проходит какие-то годы, когда от первой клеточки до 1 мм происходит. Затем есть такой период от 1 мм до 1 сантиметра, то есть тоже проходят годы, прежде чем до таких сантиметров вырастет рак молочной железы. Но вот это вот от 1 мм до 1 сантиметра – это маммографическое окно, которое мы можем, при маммографии мы можем уже увидеть рак, увидеть ранние признаки рака. И на сегодняшний момент, то есть мы не можем дать женщине какую-то чудодейственную таблетку, которую она выпьет и вылечит, и никогда в жизни не заболеет от рака. То есть, ну, такие таблетки существуют. Допустим, была натуральная оспа, придумали вакцинацию, и на сегодняшний день мы забыли об этом заболевании. То в плане рака молочной железы у нас нет такой первичной профилактики. Но мы можем снижать факторы риска, и вот если мы рано обнаруживаем рак молочной железы, то у женщины 95%, что она выздоровеет, что она останется живой и здоровой. А скажіть, будь ласка, в якому віці треба зробити оте перше маммографічне обстеження, щоб знати, що з вами все в порядку? Перше маммографічне исследование нужно сделать в возрасте от 35 до 40 лет. А затем это исследование проводится регулярно. Мы в возрасте от 35 до 40 лет выясняем, что какая маммографическая плотность, ну, в какой группе риска женщина находится, и ей уже непосредственно даются рекомендации, как часто обследовать молочную железу. Или это один раз в год, или, может быть, раз в два года, но уже решается индивидуально. Хотя сейчас маммологи стремятся, наоборот, к более частому, один раз в году исследовать молочные железы. Ну, и я сказала о том, что маммографическое вот это исследование, нужно попасть в маммографическое окно от 1 мм до 1 сантиметра. Потому что женщина может использовать и другие методы самообследования молочных желез. Она может прийти к врачу там, один раз в году по нашему старому приказу, который уже, наверное, в 2018 году должен быть пересмотрен. То есть один раз в три года ее должен был осмотреть семейный врач. Ну и вот самообследование молочных желез. Этот метод нельзя недооценивать и нельзя переоценивать. А что там может жінка побачити того, что может якось звернути ее увагу на серьезную проблему? Ну, при этом методе, что важно, если к этому методу относятся по-разному. Одни люди его очень рекламируют, так что обязательно нужно проходить самообследование молочных желез. И при самообследовании молочных желез женщина должна обратить внимание на состояние кожи. То есть сначала осмотреть молочные железы. Нет ли каких-то изменений? Симметричная ли грудь? Нет ли каких-то втяжений? Нет ли, наоборот, каких-то выпуклых участков? Посмотреть, нет ли выделения сосков? То есть очень много таких моментов, на которые она должна обратить внимание. И прощупать, нет ли там каких-то образований, уплотнений. И самообследование молочных желез дает женщине... То есть две категории женщин. То есть одни могут к этому вопросу относиться очень серьезно, они прошли самообследование, у них нет никаких жалоб. И в таком случае она чувствует себя здоровой и может посчитать, что ей не нужно маммографическое исследование. В таком случае это не совсем правильно, потому что мы говорили, что именно при маммографическом исследовании мы можем определить ранний рак. Ну так, если это миллиметр, как вы сказали, да. так, то так потому что не врач, не
сама женщина его не определит. Угу. Поэтому прежде всего это маммография. Но маммография тоже для женщин, которых от 35 до 40 лет, мы говорили, делают первый раз, и после 40 лет уже систематически проверяют свои молочные железы. Но есть молодые женщины, которые должны делать УЗИ молочных желез в раннем, ну, с 20 лет ежегодно желательно делать УЗИ молочных желез. Пані Марино, я вам дуже дякую. Насправді, сьогодні стільки ви встигли розповісти взагалі про цю проблему, про ту таку проблематику, якою страждають жінки в усьому світі. І ми сьогодні дізналися, якими методами можна скористуватися. Звісно ж, якщо жінка буде вчасно проходити і мамографію, і якщо вона буде слідкувати за своїм здоров'ям, і от скільки ви всього перелік зробили, так як треба ставитись до себе, в першу чергу, до свого життя, бути щасливою, найбільше мені би сподобалося. Бо все залежить від нас, від того, як ми ставимося і до оточуючих, як ми реагуємо на ті зміни, які відбуваються в нашому житті. Тому, от керуючись вашими порадами, я думаю, що жінки все ж будуть здоровими, а якщо щось, не дай Боже, станеться, то вчасно будуть звертатись до лікарів і все буде добре. Тому дякую вам, будемо чекати ще на вас у нашій студії, а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.